Опа. Огромный карась удочку сломал на две части. Я часто и много думал, кто я, зачем я живу, какое мое предназначение. И знаете, потом я плюнул и перестал думать. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Здрасте. Сегодня у нас приезд, короче, только приехали. Приглашаю всех на сегодня 1 мая. Будем здесь до 4-го, поэтому приглашаю вас на майскую рыбалку. Не знаю, как буду снимать, опять по частям нет, но меньше дел. В деревне кто-то думает, что приезжаешь, всегда отдыхаешь, всегда найдутся дела. Вот, например, тут же приехали, развалилась поленница. Что-то с антенной перестал работать телевизор. Вот баня. В ней очень много будет делов. Так что мир возможности, но мы все равно пойдем. Я думаю, что даже сегодня вечером на разведку с удочкой. Вот это куча. Сейчас это все как старый душ, но он весь захламлен. Сейчас его буду разбирать. Таскать вот сюда, взял камеру специально. Сейчас прям чуть не наступил, сантиметров 40. Гадюка. У них сейчас как раз самое время. Пора. Пока ехали, уже куча была, но это была гадюка, вся черная. Ну я знаю, я что, я с детства в деревне ездил. Так что, может, получится снять, если она меня херакнет, то рыбалки не будет. Но я планирую сейчас за часочек все успеть размудохаться и пойду на реку с удочкой. Время 5, я все-таки вырвался вечера. Вот. Это прудики. Возле моих пенатов. Туда заходит рыба саки. Вот я тебе про нее, Вадюх, смотришь. Обещал показать, вот они. Взял удочку. Стул не брал, взял его в сумку. С очком, главное, под рыбу. Но если что, на сумке просто сидеть буду. Все-таки пойду на речку, на пруд, если что, сюда завтра. Вечерком схожусь на реке Глушняк. Просто уж больно хочется мне посмотреть реку. Пошел на реку. Вон тут дерево уже кто-то загнул. Специально, чтобы удочку мне было удобнее закидывать. Наверное, это брандук какой-нибудь. Привет, товарищ Барандук. Не Бурундук, а Барандук. Пойдем. Змеи так и не увидел, кстати, пока что. Вот одну как эту гадюку возле дома. И какие-то огромные муравьи, падлы, появились. Атакуют. Заразы. Бобер. Бобрандук. Ну и я иду как... О. Ладно, пойду до реки. Посмотрим, перейду ли я ту канал. Потому что вода, кстати, прибыла. Я смотрел в клепиках по уровню воды. Как заказывали, вот вам глухариные какашки. Я свою миссию выполнил. Попробую поискать дальше других какашек. Вот, пришел на речку. Уровень воды. Вон, турки плывут. Тьюрист. Russia Tourist. Так, ну, убавилась вода. Я не знаю, кто сказал, что вода прибавилась. Жарко, а шел даже комар, блин, мне один одолел. То есть уже комары начинают появляться. Ладно, буду располагаться. Червяк. На червя сейчас уточку поставлю. Ну, сейчас поставлю. Скажу, что я тут дебил дальше. Первая сегодняшняя рыбка. Наверное, видно по отношению с ладонью. Ну это вообще капец, блин. Так куда же черепахи? У меня черепаха, блин, голодает. Поймал пескарика я на червяк лохматый. Поймал мелкого. Парень конопатый. Ладно, будем дальше. Такого. Это вообще... Спичечного коробка нету. Он размером со спичечный коробок. И что-то больше не клюет. Ветрище был сильный. Сейчас ветер вот стих. Не знаю, утром будем пробовать. Но пока еще посижу с полчасика. В общем, время без 5-6. Я вот собрался. И пойду, хочу вот просто попробовать в таком ответственном берегу. Так буду останавливаться и... Ну, в проводочку ловить.
скажу, что из этого будет. А там, ну, кроме вот этих вот ершей, вообще ничего, я не знаю. Будем пробовать. Сейчас глубину сделал побольше. И, короче, прям как херак. И все, и оторвался поплавок. Но он был дерьмовый, я даже рад. Пойду домой. Дела делать дальше. На разведку сходил, завтра приду. Вечером сделаю новую снасть. Плавок был уже плохой, сломанненький. Так что ничего страшного. Муха, сука. А, это не муха. Разбирали, нашли медянку. Это очень ядовитая змея, ядовитые гадюки. А кто это? Медянка не такая, это выползок какой-то. Это мой выпердыш, скажи, коровий. Самая настоящая медянка. Ну-ка, на-ка, снимай. Все ее вальну. Видишь медянку? Че, где у нее нос? Вон, морду туда, он под палку засунул. Вон, медянка, видишь? О. Ты вам потом на пеньке голову отрубил. Вот, это гады, их надо мочить. Вон она. Ты просто придавил. Ну, они вот, прыгают. Я надо на пенек и это. Так что с меня какие-то там почести ко мне добавляются. Грехов у меня отродясь не было. Фух, слава роду. Смерть уродом ползучим. Ну вот она и есть. Я ее зажучил. Сейчас я ее довалю. Ладно, ребят. Фу, комарье появилось. Вон тут крыжовник посадили, вишню. Потом покажу вам. Вот, ну, утро уже, как обещал. Иду с рюкзаком. С новой снастью. Сейчас там подробнее покажу, что я там накрутил. Вот наткнулся в лесу на такое лесное озерцо, или как его даже не знаю назвать. Но очень мне прикольнул вид. Сколько всего, блин, неожиданного, да, во все времена года. Поэтому нельзя говорить, что зима хорошо, лето плохо. Идем располагать, сейчас покажу вам, что я намутил на снасть. Вот. Местечко. Облюбовалось. Сейчас покажу, как у меня идет снасть. Леска от спиннинга, вот эта вот пружина, кормушка. Потом идет дальше стопорик. Вертлюх у меня только такой здесь оказался. И леска, поводок 0,12 с одним вот крючком. Вот она. Сейчас будем пробовать закинуть. Ну вот. Снасть закинута. Не сказал бы, что благополучно, потому что снесло все-таки легковато для такого сильного течения. Так что приеду, Вадюх, будем двери тебе разбирать. Дашь мне свои самодельные. Сделаем мне нормальную к нашему выезду с тобой. Так что вот, жду пока. Пока звонка не было. Надел червя, туда загрузил смесь. Специальная там для леща, плотвы, говна. Этого пшено и геркулес. Убийцу карася еще пробуем. Да такая же ерунда только. Только два крючка. Хоть бы кого-нибудь убил бы, да уж, ладно, с карасем. Убийца времени. Покажу зато вид. Птички поют. Дождик чуть поморосил. Но... Как не придешь на рыбалку, погода меняется. Какая может быть рыба? Но быстро перестал. А местные тоже говорят, что что-то пропал клев, да? Сколько уже он? Уже что-то неделю или сколько он не ловится? Зато птички. Погода вот такая пасмурная. Но зато ветра нет. Вот еще. О,
паршивые присмыкающиеся, ужинские. Это уж он не страшен. Ну-ка, вон он, вплавь пустился. Интересно, на ужа. Не люблю я этих змей, конечно. Но сожрать его будет как-нибудь можно попробовать. Я видел. А рыба спускается. Идут такие эти и всплески. Ну как туда добраться? Лодка нужна. 8.40. Лопырь. Чуть больше ладони. На червя. На удочку. В гонку. Может, разгуляется. О, блин. Второй попался мизерный. Мне пойдет, мне черепаху кормить надо. В лесном озерце вижу вдалеке вон утку. Видите, вон плывет. Селезень, да? Отсюда вижу зеленый, по-моему. Ну, в экран. Вот. Зашел через, ну, в лес по делам несущим, насущным. А там вон вдалеке уточка плавает. Сейчас сделаю фото этого красивого вида. Все фотографии в группе ВКонтакте Якус ТВ. Птички поют. Красота. Хоть рыбка не ловится пока что, но здесь много других прелестей. В лесу класс. Пришел тут какая-то поклевка. Сейчас прям перед вами попробую. Опа. Смотри какой. Вот он. Вот он, ребята, есть. Фу. В прямом эфире вытащил. А? Смотри. Фу. Вот это ясь. Ясь! О! Размер, видать? Прикольно. Фу. Еле успел, сделал насрущих. Ой, насрущих. Вон на ту сейчас. Ну, который у меня там стоит. Вот такой вот попался. И, сука, бубенцы эти в воду упали, падла. Утопил, не знаю. Вот, в общем, ловлю вот на эту удочку, как донка. И вон на ту сижу. И бубенцы утопил. Сейчас эту опущу вам в садок. Так, ребята, сидел минут 30, по-моему, поменял. Пошла поклевка вроде бы была. Смотрю, жду. Вот, сейчас на той у меня оторвало поводок, был 0.12, поставил 0.14. Ну чё, тут тянет или чё это? Или посмотрим? Посмотрим, по-моему, натяг. Ах, нет, никакого натяга. Блин, еще за палку зацепил просто. Я точно. Я обнаружил, сколько мелочи видно, не знаю, там. Прямо у берега. Косяки. У меня пока тишина. В тот раз, кстати, на опарыши дернуло. Шмели разлетались. Я сижу, отдыхаю, вот, любуюсь. Смотрите, как красиво. Даже просто посидеть, повглядываться в деревья, там, ну, вообще во все. О чем-то думать. Непонятно о чем вообще. О природе.
Вечером сегодня, кстати, наверное, не пойду, потому что сейчас дел там очень дохерище. И вечером в 7 пойду, наверное, на турбазу. У нас так антенна ни у кого не работает. А там спутник стоит. Кубок России, финал Кубка по футболу, посмотрим. А завтра утром уже с новыми замесами, с глиной намешаем и кашу, перловки, наверное, сварим. И уже попробуем покормить и половить. Туристы едут, поют на всю мощь, орут. Орут прям песни. А у меня сейчас натуль. Ну, маленький лопыречек. Я же этот там оторвал, как его звать, звонок. Поэтому так, ладно, в кукан. Орут прям на всю речку. Минералку не мог я не заснять. Я, короче, перекинул снасть, еще одел здоровых червей, хороших прям. Зарядил эту. Туристы еще проплыли 3 штуки. Стою, ну вот, здесь я сижу, да. Отошел сюда постоять. Думаю, эту жопу размять. А то отсиделся. Стою, вот здесь вот прям выпрыгивает. Ну, примерно вот как по локоть щурок. Такой прям вух, и плашмя бух, я аж чуть не обосрался. Реально говорю, блин, я думал, она вообще, я просто не ожидал, что это такое. Не знаю, вот на спиннинг, блин, берет, не берет. У меня с собой здесь, но у меня спиннинг, колени, это, развалился, штекер. Спиннинга у меня нет теперь. Надо собирать на спиннинг, не знаешь, на что собирать. Ладно, если будет что интересное, еще скажу. Это видео, надеюсь, уместить в одно видео, чтоб без серии, а то меня в тот раз замучили. Когда вторая, когда вторая, когда вторая, когда вторая, когда... Отпустило. Пошел дождь. Видно? Блин, как же плещет везде, а? Ну не дождь, такая вот фигня. Опять лопырь, опять вон на червака. Но я же барандук, и мне все пофигу. Я повелитель змей, реки Тики-Тавик, супер барандук. Хотя там был мангуст. Кто сейчас сходил, еще одного взял. Я уже прям по леске определяю, когда поклевка. А здесь что-то тишина. Ладно, в садок. Вон он у меня привязанный плавает. Потом в конце покажу, сколько за сегодня, за утро поймал. Давайте, вот. Ну, нормальные. Я бы наоборот, они лучше больших нажарил. В дождик кинул не туда. Опять перевязал поводок новый. Второй уже оторвался. Здесь тишина. Сейчас еще попробую полчасика. Если уж нет, то вот перебрался удочку с берега сюда же, как донную. Во, попался какой микроязик. Микроподъязик. Ладно, отпустим. Такие нам не надо. Еле-еле плывут, ждал, блин. 10 минут, когда они на своем баркасе мимо меня пройдут. Хотел в них пульнуть. Но все дружелюбные туристы, ребят, молодцы, хорошие. Главное, чтобы дерьма за собой не оставляли. А мне сейчас тем временем прямо перед ними не стал уж снимать, блин, с ними. Они вылупились, как эти, как дикие. Ну, вот такой вот примерно. Потом я весь улов покажу. Голавль попался. Тоже на эту, на длинную закидуху. Она то вот как маленький этот язик, и все. Вот она у меня. Удочка. Утки летают. Блин, вообще куча. Кряк стоит жуткий. Погодка разгулялась. Я вот разделся. Дождик вообще перестал разгуливаться. Так что настроение неплохое. Есть, мимо меня сейчас прошел мужик в трусах. Так, сейчас покажу вам, что я поймал. Все, собираюсь, черви кончились. Опарыша полно. Все нормально покажу, чтобы из песка не пачкать. Ну вот. Такой улов. Вот ясь этот. Ну и так вот там по мелочи. Ну, я думаю, пойдет, да? Таких бы ездей штучек 6 на коптерочку.
А так вот на сковородочку сейчас неплохо. Ладно, ребят, в общем, до следующего включения. Я вот манатки собираю. Все, пойду во свояси. Вот такая утренняя рыбалка. Не прощаемся, этот фильм будет целый. 1,5 часа, значит 1,5. 2, так 2. Поехали. На пути мне встретился новый друг. И смотрит на меня. Отполз и смотрит. Как раз такой кислотный, её, наверное, жрать нельзя. Кук! Я даже не боится. Друг. Точно друг. Ну, какой прикольный, да? Привет. Брандук не убивает ящериц. Я хочу, чтобы он побежал. О, а ему интересно, он любопытный сукин сын. Короче, копаю червей. Нашел новый этот сорт червей. Полуопарыши какие-то. О, что это есть? Кто может знать? Ну какие мерзкие твари. Червей мало, уже полполя перекопал. О, какие-то отвратные еще. Фу. Медведки попадаются. Ну вот, третий день. Утро, вернее, третьего дня. С вами вновь я, Феофан Затворник. Иду на рыбалку. Проснулся недавно, чаю попил. На улице 10. Я вот ходил свитер Феофана Затворника. Я в нем ходил в школе, но он такой длинный. Может, я в школе был 1,90 м, а потом усох. Я не знаю. Вот. Тащу снасти. Дубовые. Вы посмотрите, просто какая там леска еще нашел. У себя такую вот коротенькую палочку. Я ее тогда делал, я уже забыл. Склероз, старость не в радость. Иду, вчера пол огорода скопал у себя и у соседей. Наискал этих червей, но они такие отвратные, до хера личинок этого колорадского, как в майского жука, здоровые. Хотел их съесть, но потом вспомнил, что я все-таки не Bear Grylls и не стал. Наискал этих червей, но они такие белые, жирные, блин, фу. Наварили гороха, каши. Иду вот с рюкзачком, утеплился, так ветерочек. Не знаю, сейчас чуть-чуть мне осталось, уже почти подхожу, вон речку начал видеть, но мне туда по реке еще, может, с километр. И буду располагать. Взял звоночки, крокодильчик я утопил, такие простые звоночки взял. Ну, сейчас покажу. Фу, проснуться начал, в реке умыть. Пришел я на то же место, где был вчера, сходил туда, потом покажу. Там отец ловит на одну... вот эту убийцу карася, и вторую он на свою удочку в гонку там встал. Я же здесь буду ставить эту вчерашнюю, вот сейчас покажу там подальше, поставлю вот эту дубовую снасть. Ну, такая же, типа системы, но это вообще жесть будет, там поставлю, взял эти колокольчики сегодня, этот же я утопил. Черви отвратные, не знаю, тут тот же корм с глины, еще сварил горох, но на горох это в гонку он пусть пробует. У меня так для смеси все пойдет, но с глиной, чтобы она покрепше была. Ладно, буду закидываться, а там уже скажу, что да как. Переставил сейчас еще раз, маленький поставил вот сюда, то есть он меня вот как в умуточке, как будто здесь ловит. А тот большой как раз кинул туда, ближе, где река ходит. Ближе к середине тоже вот все повесил, установил, вот, ну примерно вот здесь я вчера этот у меня ясь попался, вон, то есть вот как раз самый его ход, ну посмотрим, подождем, еще ветер очень сильный, хер его знает. Крыловку вот один подвязь, такой размер, попался на удочку в проводку отца. И все. Я уже и туда, уже вон сюда принес под русло.
выход с русла в косту. Это у меня на середину туда забросил. Это здесь вообще не по-дерзки. Ветер вообще невымерно все продувает. Северный. Не знаю, видно это или нет. Но он просто зверски херачит. Нападами такими, но практически не прекращаясь. Не знаю. Нам к часу сегодня на юбилей. Шашлычить. Шашлыки жарить. Ну, отмечать поедем. Соседки здесь, в деревне. Поэтому надо половить. Будет, будет, не будет. Ну и фиг с ним, я не расстроюсь. Вчерашняя рыба, кстати, вся ушла. Разделали черепахи. Черепахи на жрачку. Это она давно у меня рыбу не ела. Короче, ладно. Что делать? Домой все равно вариантов нет. Пока половим. Во, ветрюга. Суровый. Вы когда-нибудь могли представить, что будете радоваться тому, что вас сожрали червяка? Нет? А я сейчас реально радовался. У меня его сожрали. Я повесил нового и жирного вот здесь, под берегом. Притом ничего, не звонило, не фигило. Вообще. Ну и ветрюг такой, тут хер поймешь вообще, что происходит. Вот. Только подошел и поймал. Под язг. Солидного размера. Относительно. Не сказать, что маленький. Там он попадался еще маленький лопырек. Блин, ветер, короче, страшный. Ходил из-за поворот, уже ставил. Где только не ставил, то уже собрал. Эту сейчас 10 минут жду. Если хрен, то хрен. Вообще, блин. Так что, кто говорил, что на погоду рыба не влияет, очень сильно влияет. Короче, смех. Смех, смех, смех. Я околел. Поедем шашлыки лучше жарить, парить. Завтра даже на реку не пойду нифига. Завтра уже уезжаю. Завтра утром, если сегодня вечером, наверное, снасть удочку сделаю. Я же ее оторвал. Пойду туда на пруд попробую. Туда саки тоже. Ой, саки, спры тоже заходит рыба. Попробую там посидеть. Ну, на оке что-то... Ой, на оке, на пре, блин, не знаю, сегодня... Ну, вообще, блин, вот только что вот попалось, это на удочку и на вот эту вот, на донную удочку, на какую я вчера ловил. Тоже вот под язык, ну, поменьше вчерашнего, но, не знаю, ветер, наверное, дует, там, может, и ничего и не слышно. Ладно, в общем, еще 10 минут пробую, поэтому, фу, блин. Чувствуется, да, как пробирает? Я не знаю, просто микрофон в какую сторону повернуть, чтобы было слышно. Но это жопа. Ну это капец, конечно. Вчера было черепахи, сегодня вот коту. Смех. Ладно, собираюсь, короче, сматываю удочки. Смотрите, какая там чаще. Подмывает дерево. В следующий раз приеду, она уже, наверное, будет вон там вон плавать. Будет образовываться новое щучье место. Освежился чуть, помыл голову. Перекусил. Чуть-чуть вам виды показать. Сейчас там пару пейзажиков хочу сделать. Сидим, отмечаем день рождения. Жарим шашлычки, мышлычки. Такой вот тут мангальчик интересный. Миско, пока чтобы не остывало. Пока там под закусочки. Вот. На этот пруд он там соединяется. Схожу на него. Там вон Есенинская эта тележка. Все продают турбазу. Со всей территории, со всеми прудами. Вот такой вот огромный дом. Двухэтажный. Вот, много испарин. Ну, вообще все вместе. Что-то где-то за 5 лямов.
Никто не хочет. Берите. Будем с вами, вот мой дом, по соседству прям тусоваться. А то ко мне кто-то хочет приехать. У меня некуда. У меня дом — это хранилище. Дом — это самое главное в жизни, поэтому дом у меня чужим не вхож. Там мои деды, бабы, бабки, бабы, прадеды, все родство, поэтому дом для меня — это святое. Я в дом никого не пускаю, ни там, ни там, ни подруг, ни друзей. Ух, ёпта! Блин, зверек, зайчик! Или у меня белочка? Эй, барандук! Ладно, в общем, вот он. На змею бы не напороться, а то я в этих, в кроссах. Так что, ребят, я не знаю сейчас. Мне с ним, конечно, сидеть-то не по приколу, потому что, ну, какой резон? У них там свои дела, у меня свои. Я, может, вечерком схожу на этот пруд, посижу. Ой, сейчас пару снимков сделаю. Все фотки будут тут какие, я уже говорил, в группе ВКонтакте Якутск ТВ. Ну-ка, на лодку прыгну. Вон мостик. Тут баня. Кстати, с бани прям прыгать можно, разбегаться. Парили здесь хорошо. Красота какая, да? Ляпота. Завтра уже, блин, в освояси. На Рязань. Рязань-град. Вот эти два пруда. Раз, тут они соединяются. Вон там, вон я тогда показывал-то. Хочу посидеть с удочкой. И вон там, вон он пошел в канал, где он соединяется с прой. Где-то через километр. Ну, такие дела. Все нормально. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту-ту. Паук свил паутину. Хорошо, красотень. Люблю деревню. Вообще люблю природу. Я сегодня обнимался с деревом, и мне стало так хорошо на душе. Показать, коптилочка какая. Коптильня. Цену уже сбавили с 5 миллионов, я добазарился. Могут за 4 отдать. Вот в этом вагончике его оставили, живут рабочие. Как раз к пруду, не наступив на гадюку, змей вообще полно. Сегодня с реки шел, еще одну видел. Гадюка прям черная. А тут я заметил, живет. Вот, трактор опахивал. Сегодня приезжал. Опа. Вот тут кто-то ползает. Сегодня приезжал от этих. Пожары где-то там в Иркутске горят. Очень серьезно. Так, тут я давно наблюдал, где-то живет селезень. Нужно аккуратно прокрасться. И он, по-моему, вот там вон с этого сидит. Я не знаю. Мои, он ведь чуткий. Мои наблюдения могут меня и обмануть. Не вижу. Так, нагнемся ползком. Так. Все, неужели улетел? Блин. Тоже змей куча, нахер я сюда пришел. Значит, улетел. Смотрите, ребята,
Вон рыба, я даже отсюда вижу, вон карась. Видали, какой прозрачный пруд? Я тут раньше ловил тогда целый рюкзак на таранку. Целый рюкзак, портфель вот этот, наловил, насушил здесь. Но я был тут 2 недели. Вообще вкусный карась был. Ну, он вот такой вот, вот с этого пруда. Я прям с той стороны, с той, блин. Ну тогда вода такой прозрачной не была, сейчас вообще, блин, о, глубина где-то по пояс, ну здесь, там по грудь. Блин, прикольно, прикольно. Ладно. Ветер, сука, всю рыбалку мне портит. Посидел 3,5 часа, поел шашлычку, прочего. Пошел просто один, вот. Просто гулять по лесу. И когда я гуляю по городу, но я не гуляю по городу, то я чувствую себя в полном одиночестве. А вот когда я хожу по лесу, вот я как будто я не один, вот правда. Вот у меня такое чувство, вот тут все живое. Все с тобой разговаривает как-то на своем языке, но ты его понимаешь по-своему. Это вот просто, вот вы просто послушайте. Ну только самолет летит, тварь. Все жалуется. А вообще вот без всяких вот этих посторонних. Птицы там. Это вообще, это не объяснить. Кто не был, тот никогда не поймет. В настоящем лесу. В настоящем вот. В таком вот. Я иду просто по просеке, чтобы мне же не по чищобам лазить. А вот что вокруг? Я правда не знаю, куда я иду. Возможно, она куда-то к реке придет. Ну так, иду просто, дышу, гуляю. Наслаждаюсь, отдыхаю. Просто хотел с вами поделиться. Смотрите, какая красивая ель. Обнимается с сосною. Это же как в сказке, ребят. А вот это. Птицы, там взлеты, взмахи крыльев. Зверьки всякие. Жизнь. Вот она, вот где жизнь. Вот. А не в компьютерах, не в айфонах, не в айпэдах. Вот жизнь. Просто решил вам показать. Может, затянул видео. Кому не нравится, может, тут не смотреть. Скажет, нет рыбалки. Ну как вот такую красоту можно обойти стороной? А? Просто это красиво. А вот, ребята, вам и кто просил, кто заказывал. Гусиные какой эти глухариные какашки для вас, супер бонус, супер сюрприз, если вы досмотрели до этой минуты. Говно лося, настоящее лосиное дерьмо. Вот так вот выглядит лоси говно. Вот так вот, ребята. Так что подписывайтесь на канал, много говна мы еще с вами на нем повидаем, я чую. Ну а все, я дальше не пройду, тут все, смотрите, кочки. Место для уткарей, для охотников. Но сейчас, наверное, уже сезон закрылся, я не шарю, я не знаю. Вот, все, вокруг меня болото, я уже туда не пройду. Ну ничего, зато до говна добрался, не зря сходил. Надоел вам, блин, с природой, но это, сука, сказочное, ёпа-мать, место. Это просто, это ельник. Тут куда ни глянь, гуще, прям чуще, еловые, прям чаще. Но вот я сам в окошко смотрю, не передает все-таки вот этих красок.
Но если вот оглянуться туда, блин, вот солнце еще пробивается и на камеру, по-моему, так не показывает. Но я вот иду, как будто прям в еловой сказке. Короче, камера этот хер передаст. Ну и ладно, ребят, последнее вступление пролез. Видите, вот этот вот маленький густой-густой березняк. Лось выходил оттуда. Вот, я обнаружил тут кучу следов. Вот. Вот. Ну и то есть двигался туда в том направлении. Вот они, ну уже поднесенные такие. Вот они следы идут. Довольно-таки крупные. О, какой размер. Это лосю примерно год. Год и два, вот так вот. С мужскую руку. Так, ну да, вот он. Проходил, если сейчас заметено, дождя сегодня не было. Шел вчера. Говно вчерашнее. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Ну прям чаще такая, блин. Она прям непролазная. Туда даже бесполезно, если только клещей собирать. Это вот как все это вот выгорел, видите, вот эти вот погорелые стоят. И все зарастает березняком. О, так что вот такие вот пироги. Ладно. Не знаю, пойду с Настей варганить. Удочку сделаю. Может, вечером на пруд сейчас пойду. Часика через полтора. Валяешь, кота Степка. Он меня вчера по деревне провожал, где я остановлюсь, там и он. Степка. И вот сейчас я ему кричал еще издалека, я его увидел. Он остановился и смотрит. Степка. Степа, Степа. Чего ты боишься? Думаешь, чужой? Но это он сейчас, он не здесь живет, на самом деле. Это чужая. Степка. Степ, Степ, Степ. Стёп, 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 Стёпа. А, ты деревянный. Вот, спрятался и идёт. А тут кто? Барандук. Стёп, Стёпа. Иди сюда, Стёпка. Иди сюда. Мы с тобой одной кошачьей крови. Ты кот. Это вот ослик. И... О, обошел ведь стороной, скажет, ну в манду. Какой-то глупомордый барандук тут ходит. Фу, жарко. Степка. Степка. Ну и что, вот ты извозюкался. А хозяева у него там на дне рождения тоже песни поют. С другой пришел конца деревни, Степка. Эх ты, Степан Пердунович. Степка. Сейчас остановится. Нет, даже... Иду. Ждет, ждет. Ладно, пойду его потискаю. Да сюда не я. Это местные рыбаки. Да нет, это не местные. Это мы сегодня отметили третьего, а теперь мне еще два дня рождения отмечать в Рязани. Ага. Жены и опять сына. Я тогда тоже вот здесь вот пойду посмотрю. Палку он что-то брал, мир, наверное. Есть. Колом что. Лужится-то. Вот пройди не надо. Ну да, да, да. Так, давай эту. Да, 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 да. Чуть поменьше, Серег. Захотел отломать ее. Сюда. Видишь, как разница какая? Вот. Ну там колея, наверное, самая. Да. Давай еще. Ну что, давай. Оливей попробуй.
О. Не, мы тут не поедем, ну нафиг. Это помощнее все, чем наши. Без проблем. Такой холод, что приходится топить печку. Профессиональный ремонт квартир, офисов и коттеджей с соблюдением срока. Объяснять, что это такое, не надо. Но я не буду трогать, я сейчас без лопаты. Прямо здесь, на моем кострище, живут суки, медянки, гадюки, подлота. Ну, потому что здесь низина, в конце сырость. Ну, ладно, ребят, в общем, что, скажу, четвертый день, утро, ой, блин, иду. О, взял как удочку. Шить. Такая маленькая, такого размера. Она выдвинется, это специальная. Иду, как и хотел. Ну, ветер тоже на реку не пошел. Тем более сегодня уже уезжать. Иду на пруд. Здесь я там расчистил место. Посижу, попробую. На червя. Вот. Пойдем вместе посмотрим. Солнце светит прям в лицо. Сижу. Утро. Класс. Вот такой вот вид у меня передо мною. Плавочек. Вот удочка. Какая, а складывается меньше полуметра. Это у меня будет такая походная. В походы ее брать. Промысловиковая. Одел червя. Не знаю, в первый раз я здесь. Вообще не знаю. Что рыба здесь есть, это 100%. А вот клюет, не клюет. Ну, я сейчас посижу здесь. Вот. Потом схожу туда, который я пруд показывал. Там еще попробую. Вот сейчас полчасика, минут 40 здесь. Посижу, отдохну, подумаю. Попробовал пойти дальше туда. Походу, вон там, вон она. Впадает в пру. Здесь. Там тоже вокруг идет. Тут я не пройду, я просто это не перепрыгну. Пойду дальше, посмотрю, пока поплавок. Поплавок пока закинут. Я решил поблуждать. А то сегодня уже уезжать. Поклевок пока нет. На такую вот красоту. Тут прям дальше все усеяно. Цветочками эти. Вот, там он какой-то завал. Сейчас попробую до туда дойти. В завалы. Справа какое-то болото, а там прямо такой кваканье, такой скрежет. Пролезу я туда, нет. Туда, да, назад. Это интересно мне посмотреть просто, что там может быть. О! Топь какая-то.
Слышно, да? Лягушки там охеревают. Переместился на второй пруд. Там чуть зацепил, выкорчевал пол пруда. Все разбередил там, поклевок не было. Вот. Перебрался сюда. Под деревце. Вот нора. Лаз в воду. Раз, отсюда вылез. Я в нее нассал уже. Сменил еще одно место. И вот вам, пожалуйста. Солидный. На жареху я таких люблю. С ладонь размер, а? Класс. Хороший. Ребята. Не поднять так. Оба. Вот это карась. Хороший, смотри. Да? Красавчик какой. Ой, какой красавчик. На червя на этого, который в земле копал. Вот. Третий, четвертый. Один ушел перед ними. Тоже хотел снять, но сейчас вытащил. Следующего уже вам сниму, покажу ну, тоже. Сейчас. Минут 40 точно сидел, ни одной поклевки. Вот. Хороший экземпляр, втюхался. Сделал глубину сантиметров 30. Когда солнце выходит, он начинает у берега брать. Большую глубину ставлю, бесполезно. И солнце только сходит, ветер, все, клев как прям отрезает. Вот солнце на секунду вышло, вот плюнул. Сейчас все опять отрезал. О, блин, карась сломал. Вот падла. Вот падла. Огромный карась удочку сломал на две части. Блин. Жесть. Все, половили. Пока, ребята. Наловился, блин. Сука. Капец, это просто нереально, чтобы я сломал удочку на две части. Это просто жесть. Вот это втюхался. Залентировал ее, хер его знает, как на полколена. Сейчас заброшу, буду вязать здоровую вот эту вот херню старую еще взял. Просто не дают мне успеть сделать. Тут же попался на мою переизолентованную удочку. Может даже и не буду делать, сейчас на это натягаю. А то скоро уже на Рязаньку клюет. Упу, вылетел. Че там, клев? О! Нихера! Вот это клев. Блин, не сюда кинул. Кстати, тут хочу кое-что вам сказать. Глубину вообще сделал маленькую. И сюда заходит речка, это как залив от Пры. Ну там через как типа заводь такая. Вот, но я показывал сейчас, ходил когда туда. Во-во-во, во-во. О, нифига как клюет резко. Это даже не похоже на карася. Тут вся рыба, а берет почему-то только карась. Хоть мелкий что ли, там никак не схватится. Но... Давай хоть тебя подсечь-то уж. Во! Ну да, небольшой. Вон как вылетают. Удочка короткая теперь стала. Ну такие вот. С ладошку вообще хорошо идут. На жареху я, блин, их сейчас, блин, очищу. В Рязань пожарю. Самый смак. Вот, еще хотел сказать. Заходит почему-то карась. Хотя здесь... И щуку я раньше тогда на спиннинг ловил, и ясь. Ну, то есть вся рыба какая впри. А вот, наверное, карасю тут благоприятно, потому что вот эта вот ряска, он ей тут чмовкает. И вот, вот глубина какая. Видно? Вот поплавок, и вот рыба. А больше ставишь, все, он сейчас солнышко греется. Продолжаем. Такое солнце, я даже не вижу, где мой поплавок.
Вы не видите на видео, там не видно, интересно? Или видно? Хотел поклевку снять. Специально червя так насадил, чтобы это поклевало подольше. Но походу это... Вот это что ли он? Ну, где поклевки? А поклевок нет. О, во, была. Ну это что-то какая-то фигня, там он еще мне ветки занесет. Ладно, сейчас поставлю червя нормально и буду дальше вылавливать. А то он там он корягом лезет. А вот он и попался, сорванец. Блин, размер прям, я такой вот больше всех люблю. Да, самый класс. Здоровый, только падал, мне удочку сломал. Гнида. О, она окончательно сломалась, плюс еще у меня он завел вон в коряге. И все, и капец, я не знаю. Сидел, варганил, что-то тут навязал. Надрын удочку. Сейчас ее буду рассматывать и попробую на нее еще что-нибудь поймать. Жопошная рыбалка. Карась. На новую снасть. Еще сейчас утяжелю, вон сколько грузов навешал. Но неплохо. Сейчас там такой огромный ужак, блин, выползал. Я его отгоняю, он наоборот, блин, на меня. Вообще жесть огромный. Хотел сейчас украсть мою рыбу. И не убегает. Ладно. Вон, 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 вон. Ты че, подло-то? Какой гад, а? Не люблю я этих змеюк. Так, ладненько. Время уже первый час. В общем, буду собираться. Вот, на сегодняшнее утро мой улов. От солнца, чтобы было видать. Неплохо, да? Сейчас приду, фотку сделаю. Все, собираюсь. Ладно, ребят, всем спасибо, кто был со мной. Снасти все переломал, все оставляю в деревне. Но это не значит, что я больше никуда не поеду. До новых встреч, ребят. Пока. Никак не получается проститься. Ходил вон за багром, выкорчевал этот корень. Вот, достал конец удочки. На жмотовило говёное намотал. Ну теперь все, пошел. Мне еще там дела делать, крыльцо и собираться в дорогу.